Что-то у меня сайт gov.ru не работает. Не загружается. А по некоторым данным это из-за того, что там какая-то кибератака. Вот сейчас 17 января. Не работает. Странно. А у вас работает? Пишите в комментариях, из-за чего это может быть. И что сделать, чтобы устранить эту проблему. Спасибо большое. Ну, что-то начинает работать. Что-то очень медленно. В общем, я не дождался, что-то очень долго.